Привет, друг, это Зверько. Я сразу извинюсь за усталый, возможно, голос. Весь день воевал с ГИБДД, и завтра, похоже, цирк продолжится. Что меня побудило снять это видео? Конечно, скорый выход Грейнджера и то, о чем умолчали разработчики. Дело в том, что ранее автоатака Грейнджера считалась навыком, и в соответствии с этим работали пассивки предметов. Это было прикольной и необычной механикой. Давай с тобой протестируем, как стало теперь, перед самым выходом героя. Меч охотника на демонов. Ранее он не работал на автоатаке. Теперь работает. А в навыках нет, как и раньше. Смертельный клинок. Ранее не работал, теперь тоже стал работать. В навыках не работает. Коса коррозии. Ранее точно не работала. Сейчас замедления тоже не вижу, но возможно шанс не сработал, потому что его всего 20%. Золотой посох не работал и ранее, не работает и сейчас. Ветер природы. Вообще нет вампиризма. Что странно. Злобный рык. Работает как надо. Когти Хаоса. Раньше не работали на автоатаку. И по аналогии с ветром природы и сейчас не должны, а они исцеляют. Топор кровожадности. Раньше исцелял и с руки, и с навыка. Теперь только с навыков. Ярость берсерка. Ранее не срабатывал крит совсем. Опа, теперь все работает. И заметно, что крит от навыка меньше, чем от берсерка. Это уже разбирали мы с тобой в ML-фактах. Бесконечная битва. Ранее невозможно было активировать пассивку, поскольку автовыстрел считался навыком, а сейчас можно. Так, говорящий с ветром. Ранее он не работал, теперь видим магический урон от него, но толку-то. Пассивка багрового призрака также активируется. А вот клинок семи морей ранее с автоатаки сбивал 15 защиты, увеличивая урон по сквишам. Теперь работает как всегда, только на навыки. Удар охотника. Дает ускорение, и это будет полезным. Клинок отчаяния работает как швейцарские часы. Что хочу сказать. Интересную, скрытую концепцию героя с атаками, типа навыками, разрабы сломали. А жаль, он выделялся бы этим среди стрелков. А теперь он как все. Напиши в комментариях, как тебе такое скрытое изменение героя. Если видео понравилось, подпишись на канал и жду твою лапку. Пока, друг!